Дорогие друзья, мы с вами находимся в одном из самых красивых районов города Пловдив, расположенном на северном берегу реки Борица. Новый жилой комплекс, построенный здесь в начале 60-х годов, был назван именем человека-легендой Юрия Алексеевича Гагарина. У входа в этот комплекс не только барельеф Юрия Алексеевича Гагарина, но в этом комплексе был построен и детский сад Гагарин. В этом районе находится и бумажно-целлюлозный завод имени Юрия Алексеевича Гагарина. 12 апреля по традиции комплекс отмечает день покорения космоса именно здесь. А маленькие будущие космонавты выступают перед собравшимся множеством. Только через месяц после полета, 24 мая 1961 года, Юрий Алексеевич приезжает в Пловдив в рамках миссии мира. Люди, ликующие всех возрастов, стекаются со всех сторон города на центральную площадь, чтобы встретить героя Советского Союза и будущего почетного гражданина Пловдива. Именно Пловдив, неизвестным фотографом, работающим для Пловдивской газеты, была сделана знаменитая фотография с белым голубем в руках, который Пловдив подарил всему миру. Люди, которые живут недалеко от аллеи космонавтов, говорят, что время от времени